и подъездные пути на участок через канаву с укладкой трубы. Здесь труба уложена бесшовная, толщина стенки 8 сантиметров. И вот эта нагрузка при невысокой глубине, вот эта труба при невысокой глубине выдерживает большую нагрузку. Там, допустим, 20 тонн, 30 бывает тонн. Все зависит от того, какое еще армирование сделано, какая труба. От марки трубы это тоже зависит. Вот здесь, в принципе, уже для грузового транспорта более чем магистральный проезд подойдет. Заезд на участок. Вот сразу две трубы взяли. 315 класс СН8 для укладки в канаву. Вот мы привозим сразу на машине. Привозим с собой виброплиты, тачки и выполняем работу. Иногда привозим с собой мини-экскаватор. Вот заезд на канаву, через канаву на участок. Это самый экономный класс. Здесь установлена 300-я труба, щебеночное основание. Максимальная нагрузка, для которой рассчитана, порядка 5 тонн. То есть защитный слой должен составлять не менее, если вы хотите, не менее 50 сантиметров над пластиковой трубой. Здесь он составляет 20 сантиметров. Но здесь он сделан а-ля легковые машины «Газели». Поэтому для этой нагрузки подойдет. Для более крупнотоннажной техники такого рода экономичное решение не оправдано. Так что обратите внимание, когда будете выбирать, как организовывать заезд через канаву, какие конструктивные особенности, какие у вас будут планы строительства. Для легковых машин это подходит максимум «Газель».